Представляем вашему вниманию коляску-люльку Nurdisol Sport, предназначенную для малышей от рождения до 6-8 месяцев. Nurdisol Sport – это отличная коляска с теплой, просторной люлькой, мягкой амортизацией и прекрасной проходимостью на неровной поверхности. Оригинальное цветовое решение подчеркнет вашу индивидуальность и выделит из толпы. Nurdisol Sport станет отличным помощником и частью особого стиля вашей семьи. Перед нами коляска-люлька Nurdisol Sport 2019. Цвет Black 840. Обратите внимание, коляски других годов выпуска и расцветок могут отличаться функционально или комплектацией. В комплект нашей коляски входят люлька с капюшоном-накидкой и матрасиком, шасси с колесами, сумка-рюкзачок для мамы, москитная сетка, дождевик и инструкция. Отличие от предыдущей модели. Изменилась сумка для мамы, теперь это удобная сумка-рюкзачок. В комплекте появилась универсальная москитная сетка для люльки и прогулочного блока. Раньше она была вшита в кармашек люльки. Светоотражающий кант на капюшоне. Обновленная система амортизации, мягкая подвеска делает прогулку еще более комфортной и приятной. Увеличенный капюшон с расширением для максимальной защиты, тормозная система в один клик, новые стильные расцветки. Люлька предназначена для малышей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой, ровной поверхности для правильного развития спины. Наша люлька имеет жесткий каркас, она достаточно широкая и просторная. Большой капюшон защищает малыша от ультрафиолетового излучения. Оснащен козырьком и удобной ручкой для переноса с накладкой ЗК-кожи. Ручка центрирована, то есть центр тяжести остается на месте. Капюшон можно увеличить, расстегнув молнию. Здесь мы видим вентилируемую вставку. Капюшон можно отрегулировать или убрать при нажатии на красную кнопку. В комплект входит отдельная москитная сетка и дождевик. Накидка на люльку защищает малыша от ветра и непогоды. Имеет два варианта защиты. Верхнюю ее часть можно поднять и закрепить на капюшоне при помощи пуговиц. Если накидка не используется, ее легко можно убрать. Внутренняя обивка люльки выполнена из мягкого, натурального материала. Легко снимается. Ее можно стирать при температуре 30 градусов. Внутри люльки вы найдете матрасик с чехлом. Чехол матрасика несъемный. Люлька оборудована подголовником. Отрегулировать подголовник можно при помощи фиксатора в изголовье люльки. Вот таким образом. Чтобы снять люльку с шасси, воспользуйтесь боковыми фиксаторами. И задние, и передние колеса не надувные. Задние большего диаметра. Коляска маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, поверните фиксатор по часовой стрелке. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Чтобы снять передние колеса, нажмите на черную клавишу сверху. Чтобы снять задние, на клавишу сбоку. Внизу мы видим корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Педаль тормоза не пачкает и не царапает обувь. Ручка коляски с мягкой нескользящей накладкой из материала, имитирующего кожу, регулируется под рост родителя при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. Сумка для мамы. Удобная функциональная вещь. Она уже входит в комплект. Как мы уже говорили, сумка в данной модели выполнена в формате рюкзачка. Ее можно нести в руке, на плечах или повесить на раму коляски при помощи специальных держателей. Сумка оборудована кармашками, имеет большое отделение для мелочей. Удобно, когда все необходимое под рукой. Рама Nurdisol Sport складывается очень легко. Нажмите на красную кнопку справа, потяните фиксатор на себя и подтолкните ручку вниз. Рама компактна в сложенном виде, не занимает много места, сохраняет вертикальное положение. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить раму, ослабьте этот фиксатор и потяните ручку наверх до щелчка. Вот и все. На шасси коляски можно установить автокресло группы 0+, MaxiCosi, Cybex, B-Safe при помощи адаптера. Адаптеры и автокресла приобретаются отдельно. Адаптер – это аксессуар, который превратит вашу коляску в универсальную систему для путешествий, удобную в дальних поездках и городских прогулках. Благодаря адаптерам можно установить автокресло прямо на шасси коляски. Это быстро, удобно и идеально подходит для современных мобильных родителей. Данный адаптер совместим с автокреслами группы 0+, MaxiCosi Pebble, MaxiCosi Pebble Plus, MaxiCosi Cabrio Fix, MaxiCosi City, MaxiCosi Rock, B-Safe Easy Go, Cybex Aton. Обратите внимание, не подходит для Cybex Cloud. Обязательно уточняйте при покупке, возможно, список автокресел мог дополниться. Мы продемонстрируем установку на примере автокресла B-Safe Easy Go Modular цвет Black Cap.
установите адаптер на шасси коляски до щелчка. Затем установите сверху автокресло в положении лицом к маме до щелчка. Готово! Чтобы снять автокресло, используйте фиксаторы по бокам. Чтобы снять адаптеры с шасси, используйте кнопки на адаптерах. Возможность установить автокресло на шасси коляски – это удобно, если вы путешествуете с ребенком в кресле вне машины. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией.